Новый турецкий сериал «Ветреный» с первых же серий взял крутые обороты, рейтинги просто головокружительные. Вызвав бурю восторга у зрителей, в данный момент один из самых обсуждаемых турецких сериалов в социальных сетях. Во время трансляции третьей серии стал самым обсуждаемой темой твиттера в Турции, а на мировом уровне заняли третье место, которое удерживали более 3 часов. Разумеется, создатели сериала не хотят быстро закрыть такой успешный проект, поэтому уже дали добро на второй сезон, а первый сезон завершится на 12 серии 31 мая. Затем съемочная команда уйдет на летние каникулы до осени. Как известно, в Турции принято брать летний перерыв на 3 месяца до начала нового телевизионного сезона. Второй сезон сериала «Ветреного» планируется начать 20 сентября. Итак, судя по рейтингам, сериал завершится не скоро. Еще долго будем наблюдать за потрясающей историей Мирана и Райан. Длительность любого турецкого сериала во многом зависит от получаемых телевизионных рейтингов. Даже сами создатели и актеры не знают, сколько серий будет снято.